Безопасность на дорогах, жизнь и здоровье саровчан во многом зависит от сознательности водителей и пешеходов. В преддверии Дня защитника Отечества правоохранители совместно с сотрудниками радиостанции и юными инспекторами поздравили автомобилистов, напомнили о важности соблюдения правил движения. Будем раздавать что-то более символическое. Мы будем раздавать бутылки лимонада, как пропаганда того, то, что... Алкоголь и автомобиль – это не одно и то же. В рамках акции «Хороший водитель – настоящий защитник» сотрудники ГИБДД напомнили, что если вы хотите снизить риски ДТП, обезопасить своих родных и близких от аварий, есть возможность сообщить о фактах управления авто в нетрезвом виде. Для этого позвоните по номеру 112. Уважаемые водители, пешеходы, пассажиры, поздравляю вас с 23 февраля, желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения, не нарушайте их, берегите себя, своих родных и близких.